я что хочу сказать. Пришел я исследовать нашего, так сказать, оппонента, товарища Илью Федорова. А он тут все вечера, ночи готовился. Привода там какие-то новые прикручивал, подваривал. Арматурку где-то подкидывал. С редукторами там играл. Надеется Бориса выиграть. Ну, что-то я не знаю, получится у него или нет. Но если будет дождик, будет интересно. Если будет сухо, ну, такое. Вован, а ты на кого ставку делаешь? А, ты знаешь, да, что в азартные игры играть нельзя. Все правильно, Вован, я тебя поддерживаю, да, конечно. Мне тоже кажется, что выпьем за счет Бориса. Для тех, кто еще не в курсе, на Дальнем Востоке существует традиция. Значит, чтобы выиграть какого-нибудь москаля, нужно обязательно гоночные носочки посушить на моторе заранее. И что ты думаешь, поможет Илю? Это Nike, это не абы что. Сила. Но не поможет. Тачка стоит здесь, на улице дождь, припаркована носом вперед, это значит, что дальше мы не поехали. Ну, где-то там вдалеке в боксах прячется бурятный бурят на бурятке Илюха Федоров, который четко все проехал и выжил максимум, так сказать, из своего ландоле. Вот. Ну, а Борис чуточку переволновался, не собрал клипы первым. Ну, и, так сказать, уступил одному из учителей. Ну, как бы дал фору, так скажем, потому что в Рязани уже этап будет зачетный. И там уже посмотрим. Скидок давать не собираемся.